Выборы главы государства все ближе. До первого дня голосования остался ровно месяц. Одной из главных особенностей предстоящего волеизъявления станет федеральный проект «Информ-УИК». Роман Быков расскажет, в чем он будет выражаться и в какой форме проходить. 17 февраля в рамках подготовки к выборам президента России во всех регионах страны стартует федеральный проект «Информ-УИК». Такое название можно расшифровать как «Информирование от УИКов» – участковых избирательных комиссий. Именно их члены и пойдут по квартирам и домам, рассказывая гражданам о предстоящем голосовании. В облизбиркоме убеждены, что очень важна именно личная форма общения. Когда каждый избиратель может задать нашим членам комиссии любой вопрос, который связан с организацией проведения выборов. И именно из первых уст, от представителей избирательной системы, наши избиратели услышат, как можно проголосовать, где можно проголосовать, в какое время можно проголосовать. На вопросы в формате «что, где, когда» в Тверской области будут отвечать более 3800 членов участковых избиркомов. На примере пары из них журналистам тут же продемонстрировали внешний облик обходчиков. При себе у них будет бейдж с указанием номера УИК и личными данными, удостоверение, подтверждающее статус и полномочия, синяя сумка с логотипом выборов, информационные материалы. Каждый из них прошел соответствующее обучение, в том числе и по теме конфликтологии. Как разговаривать, как не входить в конфликтные ситуации. Наши обходчики готовы и к этому. Ну и, наверное, самое главное, каждый из обходчиков понимает, что мы выполняем одну цель. Мы идем и информируем наших избирателей о выборах президента. Мы идем с душой, мы идем с улыбкой, мы идем с хорошим настроением. Представители комиссии помогут узнать жителям адрес и номер избирательного участка, подскажут, как можно проголосовать, не выходя из дома. А также сообщат, как с использованием мобильного избирателя оформить возможность проголосовать на удобном участке, в том случае, если в дни голосования гражданин будет в отпуске, командировке или за пределами своего домашнего региона. Результатом такой работы должно стать максимальное повышение сознательности граждан. Мы с вами участвуем в важнейшем государственном процессе. И каждый, на наш взгляд, должен эту причастность осознавать и понимать. Чтобы не было вот этого «да за меня там все». Вот каждый должен сказать «да, я там был, я ходил, и я знаю, как это, и я знаю, за кого я проголосовал». При этом в облизбиркоме не устают подчеркивать, в задачи членов УИК входит исключительно информирование населения. Предвыборная агитация при проведении подомового обхода полностью исключена.